Как определиться с выбором профессии? Этот вопрос особенно остро волнует сейчас старшеклассников и их родителей. Специалисты столичного отдела профориентации Центра занятости населения решили упростить задачу. В рамках проведения республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» они организуют экскурсии для школьников на ведущие предприятия «Чувашии». Благодаря данной акции у ребят есть прекрасная возможность побывать в цехах, посмотреть производство своими глазами, а также услышать рассказы о профессиях от тех людей, которые непосредственно погружены в рабочий процесс. В этот раз учеников 9 класса Чебоксарской первой гимназии пригласили в научно-производственное объединение «Каскад». Ребята учатся в инженерно-техническом классе. Поэтому на предприятии, где выпускают электротехнические соединители, они чувствуют себя уверенно. Сами, наверное, пробовали на уроках технологии взять какую-нибудь железку, напильником сточить, она обрабатывается. Здесь то же самое. Взяли твердую железку, которую ничем не возьмешь, и прожгли ее со скоростью 3 сантиметра в минуту. Представляете? Ребята посмотрели, как работают производственные и сборочные цеха. НПУ «Каскад» – весьма современное предприятие. Здесь используются новые автоматизированные технологии сборки. Я пришел на это, на этот завод, потому что мне это интересно. Я в будущем хочу связать свою жизнь с этой деятельностью. И, в принципе, я бы вам сказать, я хочу работать именно здесь. Во время экскурсии сотрудники завода рассказали о том, как сложился их трудовой путь. Многие пришли работать на предприятие рядовыми специалистами. Хорошо показали себя и поднялись вверх по карьерной лестнице. Я сначала пришла специалистом по маркетингу и сбыту. А постепенно, вот с годами я росла. И уже в 27 лет я стала начальником отдела маркетинга на таком крупном предприятии. Ну а девушки уверены, инженер – это не только мужская профессия. В будущем я хочу стать инженером. Мне нравится эта профессия, потому что она сейчас самая перспективная. Мне понравилось то, что один человек может работать сразу на 4 станках, и это очень выгодно и удобно.